Доброго времени суток всем. Всем привет. С вами Александр Натта и продолжаем играть Resident Evil 6. А в конце предыдущей серии мы немножко подурачились. А вообще, в целом, как мы и говорили, кампания очень сложная. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас начнется экшон. А в предыдущей серии мы, кстати, узнали, почему Крис и Пирс так... Как бы это сказать? Так хотят убить Аду. Вонг. Но они-то не знают, что их несколько. Это мы знаем. У меня шарфик шевелится сам. Дышит. Я вот боюсь ситуации, на самом деле, что они наткнутся на настоящую. И начнут к ней приставать. А она-то вообще не при делах. Как вот... Скорее всего, так и будет. Ну, тут именно, видишь, постоянно за это, на это... Акцентируют, да, да, согласен. Ну, узнаем. Поехали. Дальше. Оу. Ну да. Это которого утащили, да? Какого утащили? Ну, у нас же... А, ну да, слушай, бойца змеюка. Утащили. Змеюка, да. Что-то нам показали на то место, видишь? И камера туда постоянно задирается. Ну, видимо, мы сейчас в это здание пойдем. Подожди, тут ящики. Ну вот я смотрю тоже, чтобы ничего не пропустить. Ай, он меня зажал. Дай пройти-то. Блин. Слушай, что делать? Рядовой. Может, попробую сейчас подвинуть его с этой стороны. Follow me. Вот, ё-моё. Это надо. Фу, протиснулся. Почему-то сразу вспоминается Skyrim с ихними напарниками, которые вечно в углах. Не дают пройти тоже. Перегородку. Ладно, поехали. Первое. У тебя аптечек много? 15 штук. Да, тогда ты первая. Хорошо. Ой, ящик пропустили. Где? Вон. Патроны, кстати говоря. У меня 15 фигурку. Ага. Ладно. Не знаю, за другой комп пока, наверное, похожу. А как тут оказался? В смысле, как спрыгнул? Справа вон, куда-то. Ну, он залез и спрыгнул. Я думаю, тоже. Они вперед нас убежали все. Ну, и что слышишь? Да. В голове надо было. Я впритык стрелял из дробовика. А. Туда ну, попал, туда попал. Туда попал, туда попал. Так, вот подъем. А здесь больше некуда. Ну да, наверх. А, ладно, пошли. Еще одна лестница. Туда? Ой, она наверх. Лестница вон слева. Я понимаю, просто а что они прыгают-то здесь? Ну, они, видимо, деятельности делают, не обращаю внимания. Они так частенько. Они меня немножко просто сбили. С этого. Кто где? Ой! Зараза, да, да, не успела, да, дойти. Хорошо он ломил, да? Ага. Они вообще бьют чудовищно. Да не, я просто ничего не... У меня же кат-сцена шла, а я там прям в центре оказалась между ними. А.
Они тебя скинули, что ли? Да, они меня скинули, а потом мне еще управление не давали, пока. Ну, он встал, расправил плечи, блин. Понятно. Там. А я думаю, что ты там. Так. Слышишь? Слышу. Вау-воу-воу-воу. Плохо. Ой, там какие-то. Ага. Хитрые. Нет, я туда не пойду. А, перезаряжайся быстрее. Ой, он меня паутиной обдал какой-то. Да блин, хватит. Че? Че? Вроде все. Это наш? Ой, это наш тут стоит. Че не стрелял-то? Они не стреляют, я же тебе уже говорила. Они очень редко стреляют. Он может сидеть рядом с врагом и нифига не делать. Потому что на них рассчитывать вообще бесполезно. Блин, по руке попал. А, я ему по голове был. Чё ты меня взял, меня сдвинул? Я гранатку бы туда. Ай, зараза. Перезарядка. Ну. Не пойму, в момент анимации бесполезно стрелять или все-таки можно? Зашел у меня такой этот боец, подвигал. Я прицелилась, он меня раз и сдвинул. Прикольно. Ага. Так, здесь вроде чисто. О, спрей, спрей, спрей вот здесь лежит. Пешки. Так, дальше. Чё ты там делаешь? Охраняет. Ну да, ну да. У меня сама не получается воспринимать как массовку. Я постоянно рассчитываю на то, что меня там кто-то прикрывает или еще что-то. А на них рассчитывать не надо. Ага. Слышишь, да? Угу. You're alive. They were missing 6 months ago in Adonia. Шесть месяцев назад это все было, получается. А, хотя, слушай. То есть он полгода где-то бухал, сидел. То есть допился до такой степени. Верно. Что... Эдония, мы были в Эдонии? Да. На Умбрелла. Интересно, я могу вертолет сбить? Ага, сейчас. Кто тебе даст вертолет? Хотелось бы. Я думаю, они там без нас пока немножко. Про это. Forget the chopper for now. Engage the Juavo. Нам ты... вниз идти или? Я вот тоже не пойму. Погоди. Я думаю, нам надо Джейка и Шерри спасать. Помогите Джейку и Шерри, да. Но я что-то не пойму, как нам спуститься. Или нам не надо спускаться. Но мне вот отсюда совершенно несподручно стрелять. Я стреляю. Я вообще убежала влево от того места, с которого мы спустились. Я тоже. В ящике. Опа, кто меня стреляет? Только я боюсь, это не совсем хороший вариант. Свои. Там еще какие-то кузнечики прыгают. Кстати говоря. Ого, ты видел еще на вертолете там?
кузнечики. Ой, да. Фига себе, пузатики. Ой, и туда скинули. Да, блин. Добил одного. Так, мне бы спрятаться куда-нибудь. Да что такое-то? Не дают встать вообще. Что ж такое-то? Вообще ничего не вижу. С вертолета стреляют, эти стреляют. Я сейчас, наверное, сдохну, потому что я не пойму, где надо мне прятаться от него. Опа. Что такое? Да, ничего. Ложаняет меня постоянно, я патроны не могу менять. Так, я к тебе. Да, ты ловкая. Какой там ловкая? Ну, если бы ловкая. Я потерял все здоровье, при том, что я сейчас полечу. Слева еще он идет. Да, зараза. Че, приложит? Нет? Не, нормально. Я пытаюсь залезть в инвентарь, но меня тут постоянно это обижают. Так, внизу что? Меня какая-то внизу. А, дайте мне гранатомет, там, я не знаю, вертолет это сбить. А все, пропали. Хотела снайперские патроны взять, и в итоге не взяла. Вот он. Прибить надо. Это врагов показывают, которых нам вот, нужно убить. Да. Так, хорошо. А, внизу теперь еще. Да откуда вы лезете? Зараза. Как ты через вертолет стреляешь? У два ящика. Лампу разбить нельзя. Так. Стреляю и не попадаю, блин, его так болтает вообще конкретно. А они другой стороной ко мне, я не могу по ним. Ко мне они этой стороной, но мне это слабо помогает, я не могу попасть по нему. Уж не знаю почему. Вот вообще не получается. Ну я тоже, да. Ой, что ж такое-то? Я по ним стреляю, но они никак... Нет, ничего не происходит просто. Зачем нам подсвечивать тогда, я не понимаю. Ну ты, я об этом же. Они уж хоть бы спрыгнули, что ли, я не знаю. Да блин, пришел на эту сторону, они развернулись. Зато они хорошо попадают, я смотрю. Вообще замечательно попадают. Как ой, блин, зараза. Я не знаю, как оттуда пустить патрон, только зря тратить. Ну да. У меня подкончились патроны одни уже. Там пробеги, сам ящик был разбит. Может быть, увидишь, не знаю. Че? О, одного сбил. А, то есть все-таки можно их сбить? Да. А где было-то? Вниз. Я вроде внизу бегал. То есть это забегу к тебе, раз можно. Я хотел посмотреть, может, мы что-то мы пропустили. Ну, вернись. Вот здесь были. Около зеленой штуки этой. Все. Молодец. Оп. Choppers pulling back!
камеру отдайте. That'd be too easy. Come on, keep moving. Captain, we should escort those two out of here. They'll never survive on their own. We're moving out. Let's go. Вот здесь вот лежали. Потом. We're gonna blow the door. Get ready. Вот тут. Здесь. Да, вот тут вот в углу лежали патроны. Нет, пусто. Пропали уже, значит. Я, может, забрал? Может быть. А, сюда. Окей. Their legs are like a grasshopper's. Mm-hmm. I don't care what they are, as long as they stay dead when you kill them. С умиранием у них очень плохо. Все патроны на них потратили опять. Я еще все эти таблетки потратил опять. 4 таблетки осталось. Зеленую траву мне так и не дали. Короче, как обычно, на волоске. О, ящики. Куча ящиков. Да? Ну, пора бы уже прыгнуть. Не, ну чё, я ничего не говорю. Но в игре так и должно все быть. На волоске. Иначе играть становится интересно. Лестница наверх еще какая-то. Да, тут спрей. И пистолет какой-то. Гранатомет даже какой-то. И патроны, стой. Что случилось? Что там за лопнули? Иди, я тебя похилил, наверное. Нам вертолет, видимо, надо сносить. Да. Ой-ой-ой-ой. Ты думай, что делаешь? Он сам в руку взялся, я же не виновата. Думай, что делаешь. Не думай. Да сдохни! Так, вот как бы мне патрончики вот эти взять? Иди сюда, мой хороший. Зачем? Я вот сделала вот так красиво. Хорошо. Так, где эта дрянь вертолетная? 17 таблеток. 17? Да. А. Вот так вот, да. 17 таблеток. То есть 16-15 нифига не могу. Как там было, что? Ау! Что 20? Но... Я крут. Я. Лови! Зараза. Ай! Он меня отомстил. Ой, кто где? Снайпер где-то, да? Вертолет сажает. Да нет, у меня тут еще эти кузнечики. Да, ты разбирайся с кузнечками, я вот с вертолетом. Ай! Да, я не я могу. Как? Почему я? Кто в меня? Это он? Вертолет в меня так засадил? Да, да, он в меня также. Из ракетницы, что ли? Я не понял. Как все хп-то снимать? Зачем? Полное здоровье было. Все. Пойди в нас. Ты бы с кузнечиком разбирайся, если бы еще вертолет не садил по нам. Я по нему садил тоже. Я в него почти весь гранатомет посадил. Так я и не спорю. Просто они встать не давали. По очереди. То кузнечик, то вертолет. Как-то они странно друг на друга все смотрят. Почему их нельзя отпускать? I said, our mission is to terminate the BOWs. I'm going after that BOW. It is not going away with this. Не надо там лет тратить, я спрыгну там потратить. Ну хотя хочешь там лет потратить, ладно. Не хочу, но потрачу. Потрачу. А почему не хочешь? Пошли. Просто у нас 4 спрея. 4? Ну да, ну 2 так, у а тебя, 2 у меня. Тут. Тут. А, понятно, это где мы вот отсюда стартанули.
Некоторые враги просто вообще напрягают каким-то непонятным способом все здоровье вообще. Full stop. Не, мне больше всего не очень понятно, каким макаром бывает они. Ну, то есть катсцена идет, и потом тебя уже сразу бьют, а потом цепнорякс начинается. Ты не успеваешь встать там или еще что-то. Ну, я понимаю, там, может быть, это было бы тему нажать, там, отпрыгивание или еще что-то, но лично я не успеваю сообразить. У меня это не на автоматизме, ни фига. Это змеючий, в смысле, которого змея съела. Ой, нам же еще со змеей драться, я чувствую. Я думаю, все забыли про нее уже, да? Ну да. По крайней мере, я-то забыл. Clear. Интересно, насколько она большая, это что-то не очень было понятно. Она очень большая. Мне показалось, по крайней мере. А тут игрушечки играли. Тут это. Ого. Иди сюда ко мне. Здесь ящик был. Я телевизор нашла. Ой, и не только телевизор. Took you so long. What took you so long? That was better. Follow me. Зараза. Follow me. Хватит меня там мурлыкать по рации. По рации, да? Ну да. Прикольно. А где эта штука? На кроватке. А уговаривать меня там стоит. Follow me. Follow me. На кухне, да, Саш? Вот. Вот здесь вот ящик был. Вот здесь. Вот здесь еще тоже ящик был. Да? Тут я не был. Да, что-то есть. Патроны, хорошо. Эх, автомат пустой вообще. Молельники. Домашние алтари. Че, вперед пойдем, наверное, да? Возьму-ка я дробовик. В узких пространствах, наверное. Опа. Не успела поглядеть, что там было. Змея. Откуда такие вообще гигантизм такой? Вот этот здоровый хрен. Выводит где-то специально. Змея большая. А как она туда прошла, если здесь закрыто? Она... Откройте мне. Подожди, у меня что-то заклинило. Все нормально. Не надо туда ходить одному. Да, она какая-то такая. А. Пипец. Крис, конечно, из-за того, что команду опять убивает, она вообще крышу сносит ему. These are my men. You follow my leader, I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Fall in line, soldier. You heard the man. Let's move. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Shut up and keep moving! Пирс там бедный, по-моему, вообще, я не знаю. Карвера на тебя не хватает, он бы тебе по башке сразу дал. Ладно, пошли. Понятно. Стоп, а там что? Куда, откуда она его тут утащила-то? Странно. Ну, то я не очень понимаю вот этих приколов. А, ну вот, смотри, дырка. Понятно. А утащила она его куда-то туда, вот видишь, след пошел. Ну да.
А нам надо. Нам. Ой, тут крыса. Тут трупы. А, нет. Бешеные. Кейтон! Not you too! Кто там что кричит? Тут нашли труп. А. А, слушай, нам сюда показывает. Че, идем? Ну а да. Даже. Конечно, идем. А, дверь понятна. Так, почему у меня клинит прицел? О, меня тоже заклинило. Что такое происходит-то? Странно. Что с управлением? О, вроде пропустил. Ага. Тебя тоже, да, Да, уже второй раз. Жутко напрягает. Да что такое-то? Стрелять не могу. Что такое-то? А, у меня патрон нет. Мне еще и оружие переключили. Супер. Еще минус один. Сейчас у нас всех съедят так. А что это такое? Наркота, наверное. Мы же где-то в подвалах. И что, если подвал, то обязательно наркоту должны делать? Ну, не знаю. Китайские подвалы производства наркоты? Вон она. Ну, да, не маленькая. Ой-ой-ой. Что такое? Да на земле. Кидается на нас. То что сверху? Тело? Да что ж такое-то? Everyone, report in. Here's here. I'm on the third floor. Captain, I can't find Jack. He's gone. Get a hold of yourself, Marco. Where are you? Second floor. Oh shit. I think that thing's here. Target is on the second floor. You all need to come here now. Ты на третьем, а я где-то в подвале. Я ее слышу. Я тоже ее слышу. Я нашел Рейда. God damn it. Я ее слышу. Я тоже слышу. That's him screaming. I'm coming, man. Just hang on. Marco, don't move. Hold your position. Do you hear me? That's an order. Бегу наверх. Тут. На второй этаж. Но я думаю, сейчас с этого я тоже не успею спасти. А, тут мне с тобой надо уже. То есть мы можем это. А, нет, подожди. Я так понимаю, прыгать надо. Да, тебе ко мне надо. Ой! Зараза. Ой, я не могу дверь открыть. Сейчас, погоди. Какая дверь-то? Не знаю, вот здесь, которая к тебе ведет. А, вот она. Я понимаешь, где-то должна открыть. Не видел. Понятно. Заходи. Нет, а мне-то к тебе не надо. Тебе ко мне надо. Ты можешь еще сбегать вниз в самый. Там я ящики разбивал, то есть ты их можешь взять, наверное. Если они еще не пропали. Где? И вот он. Вот, вот смотри, вот сюда вниз. Сбегаешь, там ящики должны быть. Ой.
Да ладно, я думаю. Ну, не знаю. Ничего нет, да, уже, что ли? Он там что-то видел красное. Здесь ничего нет. А? Ну, вообще, значит, уже, наверное, пропало. Может, вроде здесь поблизости прям стояли ящики. Там алтарь. А, все понятно. Ну, пошли. Mm. Пофиг. Да ёлки. Какая-то она очень странная форма. Ну, да. То есть не то, что кругленькая такая. Дантисты. Прикольно. А, чё, вдруг? Ну да. Ну да. Всех, короче, допустим, убили уже. Мы вдвоем остались. Если я правильно понимаю. Ой, любят они всех убивать. Сзади кто-то еще идет. Мясо. Да, есть один. Я думаю, ну, ненадолго. Да. Какие там зубки у меня? А чё смотрим? Ого! Так, это босс батл? Вот она, вот она. Чё мне развернули-то вообще? Непонятно, в какую сторону. Она сейчас будет отовсюду выскакивать и да, уничтожит Био. Так, возьмем. Вот она ползет. Это ты с гранатами стреляешь? Да, я шарахнул разочек. Ой-ой-ой, меня жрет. И она такое вот стреляет конкретно. Я не знаю, но я умер почти. Ой. Ты видишь? Да. Лучи, дрянь. Ей в пасть надо явно стрелять. По-моему, ей в пасть можно, да, попасть? Стой. Стой. А. Да чё ты мне на чайку? При моих. Окей, ладно. Я тебя подушу. Хорошо. По-моему, ей в пасть надо пострелять. Ну, я сверху стрелял, и тоже нормально так было. Мне показалось. Туда, что ли, лезть? Ой, ракурс, конечно, хороший. Представь, что это Лара. Ой. Спасибо. Я тебя не шарахнул? Нет. Да, я лучше буду вот так. Представь, что это Лара. Нормально так. Ну да. Почему не Хелена тогда? Или Шерри? Не знаю. Хоть по тематике было бы. Ну, за Лару-то ты играл. Как я тебе могу представить, что Хелена? Обычно за Хелена я смотрела. Ой! У меня анимация. Что со мной? Ой, она меня крутит. Ой, вырываюсь.
получилось? Я не знаю, да, наверное. Я просто стреляла, не знала, поможет, не поможет, хрен знает. It's gone. After it. Я думаю, что ему все-таки все равно куда стрелять, конечно. Как обычно? Ну да. It's not here. Find it. That thing's in here. We're gonna end this. Вот она. Да что? Да ты так взрываешь все. Я не знаю. Не пойму, ты меня просто коцаешь или это что-то взрывает меня, коцает, коцает. Ну, может быть, я все-таки попадаю. Да, в рот ей особенно хорошо. Все-таки. Так. Блин, не успела. Ты тут все ломаешь. Да, она меня почти прибила. Сейчас я зайду, закрою, похилюсь нормально. Иди ко мне. Где ты? Не вижу. Вот он. Сюда, в кабинет зайди. Зашел. Зашел, зашел, стою. Не то нажала, ладно. Вот, да. Ладно, поехали дальше. Поехали. Ты сама себя просто должна коцать, по идее, этой штукой. Ай. Оп, попал. Так, ладно. Ушла, да? Да, ушла. Патроны почти кончились. Что такое? Она меня успевает все равно шарахнуть. Где ты? Толк от этих. Потому что она хилилась. Пока никакого. Флэш. Сзади, сзади, сзади. Ай, солдат, солдата. Убила, да? After it. Так, отсыхай. Контрольная точка, слава богу. Вот здесь еще какие-то патроны. Ага. Наверх, я так понимаю, туда за ней. Ну да. А отсюда мы пришли, да? Да. Да. Да ладно, Татьян. Сейчас приду. Сюда. Ой, здравствуйте. Ай. Чё, куда мы там? Нормально. Фу. Мне показалось, там какие-то тела всякие разные. Так, что нам показывает? Провод. Ой-ой. Током ее. Током. Да. Да она не дает ничего сделать. Издеваются. Как ее бить-то? Нам наверх надо как-то залезть. Ага. Залезешь. Я сдох. Всем? Ну почти. Здесь трава наверху есть. Ну, я сдох. У меня огонь не в смысле. Всё, доело. Понятно. Но это крайне бредово было после каждой катсцены нас валять. Ну да, особенно с учетом, что мы ничего в это время не можем сделать. Ладно. Где нас поставили-то? Отпустите уже, дайте управление. А что происходит-то вообще? Ну вот опять нас катают. Куда бежать, в какую сторону тогда получается? Да. Слушай, к стене можно просто прижаться. Нет, нифига не помогает. Прямо вон туда. За ней побежали, за ней. Да-да-да, где-то там я видела этот, лесенка была. Да-да-да-да-да. Вот так. сюда, да. Залезаю. И там была трава. Ура. Две травы. Да. Так, зачем эти рычаги нужны? Нажал. Ага. Marco, power this thing up. I'm on it.
Ой! Сейчас подползет я ее. Опа, нормально, подползла. Не поняла, а что случилось? Я только залезла в этот. Понятно, она сюда залазит спокойно. Ну да. Ползет, ползет, ползет. Блин, она к нам ползет. Ой, какой ты тошный. А на ту сторону можно пробраться как-то? Вы издеваетесь? Я ее вообще не успеваю увидеть, я только начинаю поворачиваться, и она уже тут. Ей-богу. Ну я нажимаю электричество, я не понимаю, как мне ее туда вниз-то спустить. Я по пошла перилам, вниз. Что ли? Пошла вниз, приманивать да ее. Я не знаю, что делать. Все слово. Успею, нет. Да я думаю, можно было бы не поднимать. Ну да. Как это называется? Слушай, мне ее надо вниз заманить, я понял. Ну, я вниз спустилась, но мне это не помогло, тебя там наверху сожрали. Все, стой внизу, сейчас смотри, сейчас она на меня будет. Нажмешь, когда она будет проползать мимо. Ай, блин, она с другой стороны. Все хорошо. Она за тобой почему-то охотится, за мной она не бегала. We did it. We fried that son of a bitch. Она почему только за тобой ходила? Я не знаю. Ой. Это был жуткий босс. То есть, по логике вещей, мне нужно было просто убегать от нее внизу. Ты должна была забраться сюда и шарахать ее током, как только мы мимо пробегаем. Если бы еще это все не повторялось каждый, после каждой катсцены валянием по полу, то это было бы гораздо проще, мне кажется. В целом, ладно. Я немножко перестрековался, хорошо. Знаешь что, давай закончим здесь серию. Ну давай. Вот, потому что уже длинная на самом деле тоже серия. Это что? Что? А нет, это тут так вертят, нормально все. Я просто думал, опять какая-то катсцена началась. Ой, в общем, не знаю, этот босс мне сжег мои последние капельки нервов, которые были. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.